Я заранее извиняюсь за это видео. Кому-то оно покажется очень странным. Но просто не воспринимайте всерьез. Иногда у меня случается какая-то фигня, и я делаю неадекватное видео. Те, кто следят за каналом уже несколько месяцев, знают, о чем я говорю. Просто не воспринимайте это видео всерьез. Вот и все. Я случайно растянула экран, когда хотела записать геймплей. Точнее, растянула не так, как хотела. Стоп! В этом видео нет рекламы? Ну да, здесь действительно не... Стой! Что? А не хочешь ли ты меня обмануть? Конечно же нет, но ты можешь заглянуть на канал Спарка. Он делает различные видео по стандоффу, ну а также гайды по дизайну. У него выходят видео довольно неплохого качества, визуальные составляющие которых вы можете видеть прямо сейчас на экране. Но вообще это просто трейлер его канала на самом деле. В общем, зайдите и зацените его видео. Ну а также можете написать то, что вы от меня. Ну а мы переходим к видео. Приятного вам просмотра. Я его хотел растянуть не настолько сильно. А как так играть? Блин. Я чувствую, это будет веселая игра. Карта похожа на бегущую собачку. Такая... Какой ужасный сэндстоун! Кстати, очень... Странно то, что не растянулся фон. Вообще не растянулся. И если менюшка загрузочная, она просто сплющена. Господи, что происходит? Помогите! Это пипюх, ты как много. Ну да, как обычно. Это просто... Закрывайся. Тут надо... Ай-яй-яй. Тут надо менять чувствительность, прицел. Ой-ой-ой-ой-ой! Это телепортейшн из моей профессии. А, да-та-та-та, стой. Тихо-тихо, не бейте. Стойте. Ай. Все, мувик готов. Что это такое? Как будто из-под лодки в подзорную трубу смотрю. Ой. Да я в ногу попала, так нечестно. Буль-буль. А. О, нифига. Серьезно? Вот для них все нормально, то есть они играют с экраном, с которым им, ну то есть нормально, удобно. Я играю с растянутым. И меня не все до сих пор купить могут, ой господи. Ну-ка, какая у меня статистика? 28 на 30. На первом месте. Что за тиммейты? А, здрасте. Ну-ка. Хорошая игра, 5 монет.